разрешите обратиться. Все, он для вас все сделал. Дальше. Сейчас у вас кимоно. Директор сказал, что придет к нам на контрольные нормативы, которые мы будем сдавать. Я думаю, это кувырок вперед. Это скакалка у девочек, у мальчиков. Я тоже дам скакалку. И пресс. И пресс. Как вы сделаете, так вы попадете в группу. То есть и мы сможем кушать. Есть девочки, которые занимаются гимнастикой и танцами. Значит, вы в той секции пока остаетесь записаны, потому что делается совсем тяжело. Я вам еще раз отдельно объясню. Еще раз отдельно. Там есть то, что вы будете кушать, но там мне нужно поговорить с вашими тренерами, которые вас должны тренировать. Я узнал, что я не могу все вам рассказать. Просто не могу все рассказать, потому что это среди взрослых. Но должно быть все хорошо. Не знаю, как получится, но должно быть все хорошо. Дальше. Теперь смотрите внимательно. Если вы выйдете, да, придет директор, мы построимся, начнем разминку. А вы... А, кстати, вы знаете, что ваш директор занимал этот дзюдо? Да. Я знала, когда она... Да. Вот. Она меня хорошо знает, потому что я не работал здесь. Она меня знает. Я когда тренировал, она тренировалась, у нас был такой Василий Фуга, тренер среди девушек. И вот там главная Елена выступала. Она выступала с ребятами здесь, ну, которые меня тренировались. Она говорит: Елена Анатольевич, она же была просто учительницей, а потом стала директором. Если вы вот так завяжете... Да, или вот так можно. Вот некоторые еще так завязывают, вот так. Боже. Показывают, как завязывать. Самый легкий способ, когда вы научитесь, то, что вам показывают второй способ, так как завязывают уже мастера спорта. Я показываю, как новички. Встали. Сняли пояс, взяли вот так. У кого маленький пояс, мы поменяем. Вика, чуть-чуть туда подвинься. Вот смотри. Вот как эту девочку зовут, я не знаю. Да. Еще раз. Николета. Николете нужен другой пояс. Два пояса нужно. Нормально. Пока нормально. Мы попробуем. Если будет маленький, мы дадим. Вы, я думаю, можете поменяться даже. Нет. Если у тебя длинный, лучше с ней поменяйся. Попробуй. Посмотрите внимательно. Пояс. Середина, живота. Да? Да. Мальчик там. Супер мальчик. Смотрите, запахнули. Раз, два. Середина. Пузо. И вокруг. Хоп. Два. Видите, оно пришло вот сюда. Что дальше делаем? У вас нет тренерского галстука. Вы не знаете, кто такие пионеры. Вы родились не в то время. А мы были пионеры. Мы галстук все время носили красный. Завязывались. Были октябрята, вот маленькие, до 5-4 класса. Пионеры, потом комсомольцы. Теперь смотрите. Ставлю раз и сверху два. Вот. Раз, два. И то, что снизу пояс. Снизу. Сразу за два. За два. Вот, оп, видите, да? И потом еще раз на улицу. Оп, и все, и получилось это. Ксюшенька, посмотри, пожалуйста, он нет. А, нет, посмотри, у девочек, а я у мальчиков. Посмотрим. Стоп, иди сюда. Убью. Посмотрите внимательно. Девочки, Петя, Боярец, посмотрите. Видите, какой, да? На соревнованиях не разрешают. Значит, мы что сделаем? Снимай пояс, мы себе другой посмотрим. Раз, два, да? Вот. Теперь берешь эту всю снимку, сразу задал. Оп. Оп. Все, тогда еще раз. Кто забежал пояс, может сесть. Скажите еще раз. Вот молодец, умница. Но он будет развязываться. Раз.
Хорошо. Так, ей другое надо. Нет, ей другое. Нет, ну давайте да, посмотрим. Да. Так, а теперь, поехали, развязали пояс, положили сюда на шею. Походи сюда, 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 смотри. Да. И вот туда. Девочки встали. Девочки, как встать полиморфно? Помогать. Скурать. Как? Редикацию. Так, пояса сняли, положили вот так, как я, на шею. Развязали пояса. Развязали пояса сделали. Так, давайте мы сделаем по-другому. Девочки, идите туда, мальчики, а вы сюда. Там больше места, здесь меньше. Поменялись. Девочки встали, предикатывая. Итак, пацаны, смотрим на меня, стоим. Девочки встали. Сейчас мы посмотрим, какая команда быстрее сделает, мальчики или девочки. Так, пояс завязать. Приготовились, пояс завязать. Пацаны, кто первый, девочки или мальчики? Кто первый завяжет? Так, и вокруг. Все. Вокруг. Андрей, грязи правильно. Все, 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 все. А еще Михаил? Андрей, можешь подойди. Помогаем. Ты правильно знал будешь? Я один раз. Еще, вот еще нет. Еще нет. Помогай, помогай ей. Я понял. Что можно? Кто? Матея? Матея? Команда Матея, стоп. Значит, время вышло. Ни вы не выиграли, ни вы не выиграли. Пояса развязали. Развязали пояс. Поставили на шею, приготовились. Я снова буду зарядовать. Так, желтый пояс. Желтый пояс, жестко. Повернись. Дудись. Дайте сейчас. Дайте такую. Попробуй вот это. Основу подойдет. А мы попробуем вот это. Пожалуйста. Так, приготовились. Завязать. Раз, два, считаю до 30. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, стоп, Мате, 26, значит 30, обе команды, сейчас до 20 считаю, развязали пояс, пояс развязали,
Древний. Поставили сюда на шею. Сейчас ум. Считаю до 20. Внимание. Аджимы. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Все. Да. Нет. Вы разминаете там. Ты разминаешь.
И ты разминаешь. Все, пошли разминка. Так, а тебе нет. Ты можешь идти домой. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Кто? Матэ. Значит, внимание сюда. Видите, сколько людей, да? Я не могу каждому делать то, что он хочет. Если вы пришли на тренировку, я тренер. Все, что тренер. Думаю, Юрий тоже тренер. То есть мы втроем. Наш слово закон. Сказать, сделать. То есть нет, у вас не должно быть такого. Я хочу, я не хочу. Мы сказали, мы сделали. Вот когда вы после того, как сделали, вы можете после тренировки подойти, сказать, Сергей Анатольевич, вот я хотел бы то-то, то-то и то-то. Я вас очень прошу. Потому что я не люблю. Вот видите, да, призер Олимпийских игр по борьбе с дзюдо. За 4 года я бы не сделал ни одного замечания. Я сказал, Сережа, 100 бросков. Поклонился, пошел сделал. Сережа, борешься здесь. Вы тренируетесь одну тренировку, он две тренировался. Две подряд. Когда была разминка, второй тренировки, он отдыхал, я ему сделал место, он в тренировке отдыхал, 20 минут, потом выходил, разминался, дальше работал. Я говорю, Сережа, с ним борешься, он борется. Сережа, с ним борешься, борется. Сережа, 50 бросков подкладывал. Он все делал. Поэтому я прошу вас, или сюда становишься, и больше со мной не стоит. Все, начали, пошли разминаемся. Хорошо, делай. Пошли. Что делаем? Скакалка. Раз.